Открытие выставки наследником Великой Победы на самом деле планировалось к юбилейной дате Дня Победы, но пандемия внесла коррективы. Фотовыставка заработала накануне другого патриотического праздника – Дня защитника Отечества – в музее фотографии. Со стен на нас смотрят ветераны, задумчивые, с печальными глазами и мудрым взглядом. На их плечи выпала тяжелая ноша – защищать родину от фашистских захватчиков. На этой выставке представлены работы, значит, в основном тематического характера. Все фотографии, снятые такие более исторического периода, они сняты более взрослыми нашими фотографами. У нас тема-то была основная – связь поколений. И связь поколений вот я отображал в детях. Фотогруппа МиГ-73 была образована 2 года назад. В состав фотообъединения входят именитые фотографы города Ульяновска, а также те, кто посвятил искусству фотографии всю свою жизнь. Артур Рогов, Владимир Ламзин, Евгений Сафронов, Олег Белов и другие. Все фотографы – многократные победители различных фотоконкурсов, участники фотовыставок, проводимых не только в нашем городе. На выставке «Наследником Великой Победы» представлены работы, снятые фотографами за период с 1980 по 2018 годы. Среди них есть как черно-белые фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, так и цветные портреты героев. География съемки охватывает несколько городов – Ульяновск, Москва, Пятигорск, Севастополь и другие, где проходила линия фронта. Снимал ветеранов первый раз, наверное, в году 85-м это случилось. К сожалению, негативы пропали, не могу их найти. А жалко, вот там были такие ветераны, которые всю войну прошли. И перерыв весь свой архив – подобрал несколько фотографий. В одном из залов мы видим фотографию военных лет. Она досталась по наследству Владимиру Ламзину от тестя Николая Алексеевича Прошкина. А также есть фотографии Георгия Белова, сына Олега Белова. Деды, отцы и внуки в одном строю через празднование Дня Победы. Нерушимая связь поколений. Как отметил руководитель фотогруппы, на основе этой выставки готовится новый проект, который выльется в книгу. Она будет рассказывать о героях экспозиции. Выставка будет работать до 8 марта. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.